Доброе утро. Сегодня я осталась одна с маленьким ребенком. Да. А Дима вышел на работу. Теперь же я провожу свои будни с Маркусом. Вот он. Кукусик, всем привет, скажи. Да. Проснулись мы в 9 утра. Вот, сижу, сейчас буду завтракать, пока он развлекается. Он так любит этот мобиль, лежать вот так вот, смотреть. Вот. Качаем мы его в автокресле, потому что так удобнее. Он сейчас тяжеленький у нас там. Вот. И ему удобно так прокакаться и пропукаться. Путь за эмбриона называется. Когда спинка провисает с попкой. И так легче ему получается газ отводить. Внимательно смотрит за игрушками. Полчаса уже пободрствовали. Попробуем заснуть. Мама успела позавтракать, да? Ты не капризничал. Да? Да, агу. Бутылочки твои помыла уже. Да. Что, давай будем спать теперь? Икота прошла, да? Помогла тебе и укропная водичка. Да, скажи. Да. Ты играть хочешь еще? А? Вот он в последнее время очень любит спать на правом боку. Никак не можем приучить к левому боку. А в роддоме, когда был, спал только на левом боку. За счет чего ушко вот так немножко помялось. А нам врач сказал, что это все поправится потом, попозже. Да? Ой, Джо. It was your sweet, sweet smile that drew me in. And I rarely used to let anyone in. It was your smooth, smooth voice that invited me.
Маркус проснулся каждые 3 часа. Ему нужно обязательно кушать. Пока он спал, мама успела дома немножко прибраться и искупаться, да, кукусик? Будешь опять хорошо спать? У него в последнее время зубки лезут, и он немножко капризничает, тяжело укладывается спать. Марка, спать, а теперь буду обедать. Быстрый обед у меня сегодня. Разогрели суп в пакетиках, очень вкусно. Мьёкук называется. Это корейский суп. Его часто в роддомах дают. Мне понравилось, после этого я начала покушать. И на день рождения кушают его. Считается, что этот суп увеличивает лактацию. Также каша рисовая. Это с овощами. Очень вкусно. Тоже в роддоме пробовала. Мне понравилось. После этого хочется постоянно кушать. Сейчас разогрею их и пообедаю. Мама думала, что тебя уложила. А ты тут проснулся? Мама не успела пообедать даже. А? Ну, пойдем, памперс поменяем тебе. В этом супе есть вот водоросли и мясо в том числе есть. Да, мама пообедает. Хорошо? Мама покушает. А ты поспишь. Я попробую тебя укачать на сон. Вот такой у нас сегодня ужин. Дима пришел с работы. Маркуся у нас вот здесь вот спит почти. Засыпает, уже второй раз укладываем, не получается. Вот так вот кушаем. Вчерашний день был очень даже удачным, несмотря на то, что Дима был, не было рядом. И в принципе Марк себя тоже очень хорошо вел. Не капризничал сильно. Укладывать было немного тяжело, но, в принципе, это было реально. Ходили, выходили гулять, не смогла снять, потому что ровно на 10 минут вышли, он начал кричать, плакать, что-то ему не понравилось. В итоге мы вернулись домой быстренько. Вот. Потом быстро поужинали с Димой, уложили спать и сами пошли тоже спать. Устала я очень за вчерашний день. Все равно одной за ребенком ухаживать тяжеловато немного. Но в целом можно справиться. Вот. Дима приходит вечером, тоже помогает мне. Вот так вот проходят наши дни теперь с Маркусом. Я с Маркусом буду сидеть, Дима работать, если будет. Ох, да. Быть родителями не так легко, но это весело. Мне больше нравится быть мамой, нежели чем беременной ходить, честно говоря. Вот. Пишите в комментариях, как ваши дни проходят, нравится ли мои видео вам. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!